Вот некоторые граждане ошибочно обрадовались. Ну, вообще, в отношении меня многие ошибочно раньше времени радуются. И вот некоторые обрадовались, что у меня никогда интернета теперь не будет. А у меня теперь есть интернет, интернет быстрый. Ну, а теперь к делу. Это видео из Дебальцево. То есть, там был концерт, выступали ребята, афганцы, чтобы поддержать как бы моральный дух местного населения. И что меня больше всего поразило, это взгляды детей, лица детей. И взгляды у них абсолютно не детские, у них какие-то не детские лица. И я вот такое видел, разве что в фильмах про последствия гражданской войны, знаете, про беспризорников, в старых фильмах. И с ужасом я обнаружил, что это вернулось в 21 веке в мою страну. Все. Раз, два, три.